Эй, босс. Я понял, я вам нужен? Присядь со мной. У нас крот, Том. Как? И кто? Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. И стал думать, может, кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Кому-то не хватало на костюм. Вот он и решил обратиться к Морелло. Фрэнка не было, и я сам полез в сейф за книгами. Проверить, кому мы недоплачиваем. Что вы узнали? Сейф был пуст, Том. Фрэнк. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею, мы нажили с ним. В этих книгах каждый добытый доллар, каждый потраченный цент. Если Фрэнк отдаст их федералам, нам конец. Фрэнк уважает только одного человека в городе, вас. Тут явно какое-то недоразумение. Я звоню ему весь день. И домой зашел. Его нет. И жены с дочкой тоже. Но зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку? Что, вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда, Томми. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после... Ты знаешь, что надо делать. Винченцо ждет тебя с новой машиной. Паршивый сегодня день. Том. Никто не должен узнать. Начни с Бифа, но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка и еще кое-что для особого случая. Когда Фрэнк увидит Лупару, он все поймет. Это давняя традиция. Верни эти книги, пока они не попали в лапы к федералам. Томми, что стряслось?
Слыхал что-нибудь интересное? Что-то, о чем Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть 20. 40. Ладно, говори. В городе ФБР. Морелло им что-то пообещал. Не знаю, что именно. Кто слил? Малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома. Вот и услышал кое-что. Лучше спроси его. Ясно. Спасибо. Всегда пожалуйста, Тони. Как твои дела, Том? Да знаешь, не особо. Что там был за парень от федералов, которого ты домой подвозил? Зашел сюда пропустить стаканчик, а выпил десяток. Он стережет один дом, там федералы кого-то прячут. Где? Оук-Хилл, угол Пайн-стрит. Он дал мне десятку, чтобы я подвез его и рот держал на замке. Выдал мне, что советник Гилотти договорился о какой-то сделке между Морелло и ФБР. Они кого-то крепко собираются прижать. Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Том, что случилось? Yeah.
Он управление... Похоже, это здесь. Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. Даже они тебя везут. Наверное, будет какая-то встреча.
Черт. Фрэнк, никак тебя в аэропорт везут. Господи, его хотят вывести из штата или еще дальше. Сука, это плохо. Что это за люди? ФБР? Какой-то тип показал мне жетон и выгнал оттуда. Знает, что здесь происходит. Там ФБР. Будут кого-то передавать. Какой-то человек собирается улететь. Передавать кому? Те парни возле самолета – вылитые гангстеры. Когда они уже закончат? Мне надо на рейс. Видимо, как только их пленник вылетит. Нет, большинство из них совсем не похожи на копов. Смотри, куда шагаешь, твою мать. Взяли для этого самолет Дона Морелла, сука. Еще пара часов, и можно идти домой. Эй, тот тип не один из них! Там! Тут ничего. Ищем дальше. Он еще тут, точно говорю! Здесь его нет. Поищем там. Погоди за дорогой!
Том. Фрэнк. Меня прислал Дон. Я уже понял. Жаль, что это выпало тебе, Томми. Передать ему что-нибудь. Я бы хотел, чтобы все вышло иначе, но Морелло до меня добрался. Все хорошо, можете выйти. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. И самолет из города. Ты уже передал книги? Я не идиот, Том. Я их спрятал. Морелло ждет вот это. Книги лежат в сейфе в банке Гранд Империал. Я обещал дать Морелло ключ, когда самолет будет готов и заправлен. Его люди должны были сейчас приехать за ключом. Они не придут. Скажи им, пусть садятся. Вперед, Марч. Элис, на борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милая. Подымайтесь. Нам с Томми нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк... Садите живо, Марч! Ради Элис. Ради нас. Лезь, чертов самолет, прошу. Тебе заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди, куда не скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк. Почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела. Так или иначе. Я устал, Томми. Устал врать своей жене. Устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье. И ждать, когда Дон всадит мне пулю в висок. Добрый день. Где у вас сейфовые ячейки? Прошу, внизу ждет наш сотрудник. Спасибо. Сколько еще это продлится? Отличный денек, да? Ага. Как жизнь? Все путем? Мне нужна ячейка, арендованная Фрэнком Калетти. Да, мистер Анджело? Да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти, и просил предоставить вам доступ. Прошу, следуйте за мной.
Я взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Ребят, Марко. Мы с Серджо всего лишь хотим отдать дань уважения. Я знал Фрэнка давно. Столько же, сколько ты. Хороший парень, умный. Верный. Верный жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь, Энио. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, да, Томми? Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дворикам надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот зачем мы здесь. В каком-то смысле. У Морелло есть продажный прокурор по имени Уоткинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Морелло намекнул ему, что гибель Санкагелотти – наша вина. Теперь Уоткинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем. Да. Полли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так? Ничего серьезного. Уоткинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Это он, босс? Да, вот наш парень. Сальваторе, тутто бене? Си, грация. Дон Сальери. Рад видеть. Ты знаешь, что делать. Не подведи. Си, покабейто, си. Томми, наткнешься на Уоткинса, не убивай. Проблем и так хватает. Понятно, босс. Буона фортуна, роганс. Томми. Томми Анджело. Вечера ди... дико на черте. Meraviglioso. Per favore.
Parli in antichiare siciliano? У капу туристи убьян. Эх, я не говорю по-итальянски. Эффетто. A posto. Hai capito? O piano? Да, босс мне сказал. Окей, per favore capisci. Trasimo in tuo giardino un turcioniato senza farci sentire né vedere. A casciaforti sta a rete un guaccio nel primo piano. Tu rammi un'antichia di tempo e lascia fare tutto a mia. E da casciaforte ci avrà sicuramente un allarme. Здается мне, ночка будет долгая для нас обоих. Минья. Давай теперь я скажу. Делай то же, что и я. Постарайся не попасться. Си. И держи рот на замке. Форт. Си. Фачо. Ио. Раприри кашафорте. Абрире кассафорте. О, бог ты мой. Ладно. Радио. Послушаем радио. Эффетто. Шикарные здесь виды. А вольта ступаиси. Meraviglioso. Ecco, ce la siamo gioco. Passato un muro. У жардино. Что? Дуват суверен. Лабиринт. Тихо, у жардино торчуниато. Побудь здесь, я разберусь с охраной. Но забия, в Америке же не жардино. Когда уже будет? Нашему х...
Когда он... Вроде это были последние. Сальваторе! Ты где там? Тут чисто. Томи! Ио Куи! Куда он делся? Казунью, Томми! Достал меня этот парень. Мони, венику ми! Томми, ио куи! Ми, сей уно тосто ту, а? Что? И что ты за медвежатник? Черка, ну хвачу. Что? Ну хвачу. Да Винчи, Караваджо. Укапиш. Картина? Хочешь сказать сейф за картиной? Сей, сей. Ясно. Я тебя понял. Китуно. Надо в других комнатах посмотреть. Картина. Нет, тут просто стена. Сальваторе, сейф точно за картиной. Надо в других комнатах посмотреть. Шикарно. Может, это? Надо в других комнатах посмотреть.
Браво. Спуск, а? Конечно. Покажи, что ты умеешь. Черт. Быстрее, Сальваторе. Пожалуйста, пожалуйста. Что ларм? Что? Блин, чего раз я попутал? Уже не важно. Скорее надо убираться отсюда. Войди, ядро, ядро. Думаю, они наверху. Сейф в его кабинете. Эй! Наконец-то я тебя понял. Знаю, что бы ты ни бухтел, я знаю. Полиция. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймаем. Грация, очень руцу. Сальваторе, куда тебя довести? Аказ. Да. Где дом? Сеста и Мабул. Хорошо, едем. Thank you.
Томми, дай дир на коса. О ностро просимо траваджо чи пенсо io а кашафотте, у каписти? Капи пика un ci morì in Taggiavilla. E ci colpi solo tu. E impara l'anticchia di siciliani. Il rispetto alla nostra terra. È come parlare un meccanico. Usaccio. Ma minchia, te la vi a dire. Un affare mai più, eh? Mai più. Ладно, ладно. Хорошо, я понял. Это последний ящик, босс. Я знаю. Часть бутылок я лет 10 хранил. Но нам нужны деньги. Так что увозите. Вы слышали? Загружайте. Как дела, парни? Босс, что говорят о нашем дельце Сальваторе? Молодец, Том. У Гелотти ничего на нас нет. Мы выиграли время. И все же пока мы на мели. Погодите, рано отчаиваться, босс. Сэм говорит, ты что-то придумал? Да. Вам это понравится. Заработаем деньжат, а заодно и Морелла пинка дадим. Ладно, выкладывай. Пару недель назад отдыхал я, значит, в курилке в Голубых Тропиках. Где? Да, небольшой бордель. Пара номеров с матрасами прямо на клуб полу. Клуб для джентльменов. С баром и всем прочим. В общем, один клиент надрался и начал плакаться мадам о своих бедах. Меня насторожил его забавный акцент. И вот он все ныл и ныл, мол, должен был получить кучу бабок. А бандиты, на которых он работал, кинули его. И вместо денег у него сломанный нос. Ты за него заплатил? Вот еще. Но я помог ему уйти. И пригласил в забегаловку по соседству. Мы разговорились. Я узнал, что его зовут Гейтс. И этот хрен из Кентукки. Самогонщик? Лучше. У его отца пара неплохих вискарин. А теперь угадайте-ка, с кем они ведут дела в нашем городе? Морелла. Думаешь, Гейтс пойдет против него? Еще как. Я здорово его обработал, босс. Сегодня он привозит новую партию. Но все его ребята уже готовы провернуть дело. Нам всего лишь нужно обставить это как ограбление. Ха! Не знаю, Полли. Ты правда ему доверяешь? Он очень зол на Морелла, это факт. А других вариантов у нас нет. Мы и так последний хер без соли доедаем. Что думаешь, Том? Канадцам нужна замена. Если Полли уверен насчет Гейтса, я за. Где встреча? Большая парковка в центре города. Ладно, вперед. Только на этот раз не надо играть в героев. Карл и малыш Билл с вами. Сделаем, босс. Возьмете грузовик и гоните сюда. Мы не подведем, босс. Я не хочу пожалеть о том, что отпускаю тебя с парнями, Карло. Не волнуйтесь за меня. Не буду. Для волнения у меня есть Томми. Я сберегу вашего шофера, босс. Удачи, парни. Сэм и малыш Билл будут ждать нас в центре. Ты как? Похоже, ты малость обосрался. А, да пошел. Наконец-то тебя отпустили поиграть со взрослыми, а? Слушай, ты, я с Доном чаще вирус, чем мы все вместе взяты. Ага, сидишь на крылечке, пока он со своей девкой забавляется. Если не хотите меня брать на здоровье, боссу об этом знать не обязательно. Босс сказал, чтобы ты был с нами, значит, ты с нами. Просто... Видок у тебя будто погулять вышел. Не хочу, чтобы Гейтс считал нас хлюпиками.
А чего Гейтс зол на Морелла? Когда Гейтс пригнал сюда товар, Морелла решил поменять условия. И своими же руками сломал Гейтсу нос в ходе переговоров. Если Морелла про нас узнает, сломанным носом Гейтс не обойдется. Вот поэтому мы все обставим как на лед. Потом Гейтс вернется к папаше и поплачется, как его держали на мушке. Так он убедит старика, что Морелла не в состоянии защитить. Значит, им нужен новый покупатель. Достойный гражданин по фамилии Сальери. Херовый план, Том. Оля вчера мне все рассказал, и за день он стал только хуже. Эй, когда начнешь добывать для босса наводки, а не только по городу его катать, тогда и убираться. Ясно тебе? А пока рот закрой. Вот так. Ой, да как скажешь. Когда Морелла придет за тобой, мне не жалуйся. Ты серьезно? Ты, сука, серьезно? Так, парни, хорош. О, господи. Учился, Томми! Я здесь часто дела веду. Парковщик берет немного бабла. Всегда закрывается, пока я не закончу. Так, мы на месте. Гейтс ждет на последнем этаже. Все, пошли! Вроде тут никого. Машины есть у тех, кто работает. С 9 до 5 тут всегда пусто. Мы тоже работаем, но мы тут... У нас особая работа. Поля, ты что-нибудь еще знаешь о Гейтсе? Только то, что у него сломан нос и целая машина крутого Пойла. Наш человек. Наш человек. Останови тут! Почему так долго? Воли! Рад видеть, дружище. Да, взаимно, Гейтс. Ну? Надеюсь, вы понимаете толк виски. Вообще-то я совсем не эксперт. Томми? Первый взнос. Если Дону понравится, он закажет еще. И с каждым заказом будет все больше. Мы все разбогатеем, парни. Ну, мы всегда рады поработать с такими парнями, как Дон Сальери. Передай ему мое почтение. Конечно. Осталось выполнить нашу часть плана. Ну, охерел, Поле! Не, не! Все нормально. А чё? Разве ограбление не должно выглядеть убедительно? В этом городе мой чертов носяра совсем скривится. Не, не волнуйся, парень. Уверен, с такими деньжищами ты запросто купишь себе новый. Берегись! Чёрт! Сука! Сюда! О, ты тут прибыла! Прикрытие!
куда эти сволочи? Ты язык за зубами держать не умеешь. Я из пулю словил. Все не так уж и плохо. Берите бухло и валите. Мои парни заберут меня. Вперед! Если расчистите дорогу, нам с малышом тут ничего не грозит. Карло, в кабину! Мертвый ты нам ни к чему. Томми, это еще не конец! Готовься, там будут еще! Я тебя прикрою! Парни, снова они! Эй, сюда! Сзади! Опять они? А когда они уже кончатся? Не позвали остальных! Они лезут и лезут! Попался! Чувствую жар на лице. Господи,
далеко не отходите, ребята. Охраняйте бубло. Я сразу за вами. Увидите кого-то, стреляйте. Он знал, что это не все. Все сюда, живо! Вот еще громила! Берите тачку и поезжайте за мной. Да, сэр. Откуда Морелла вообще узнала о моей сделке? Ну, в городе полно стукачей. Пока что давай привезем выпивку на склад и по пути постараемся не сдохнуть. Я так и знал. Снова они! Ничего. Мы их задержим. Врежем им побольнее! Значит, и мы за ним! Все лезут и лезут, суки! Уже оторвались. Спасибо тебе, Господи. Давай домой. Посмотрим, что у нас там. У нас там выпивка. Все прошло не по плану, но бухло у нас. Да. Пожалуй, сегодня мы с тобой хорошенько к нему приложимся, Полли. Мы это точно заслужили. «38-й калибр. Встретили ребят Морелла?» «Да, босс. Их больше нет.
А что с парнем из Кентукки? Он поймал пулю в плечо. Крепкий. Оклемается. Они свалили, едва мы разделались с громилами Морелла. У Гейтса и его отца есть еще один повод кинуть Морелла с торговлей виски. Посмотрим, стоило ли это пойло всех хлопот. Прекрасно. Я утрясу с отцом Гейтса детали. Продадим это жидкое золото, вернем все, что потеряли. Молодец, сынок. Горжусь тобой. Я горжусь всеми вами. Салюте! Салюте! Я так понял, Сальери готовился сделать ход? Да, вполне может быть. Но скоро сухой закон отменили, и весь бутлегерский бизнес лопнул к херам. Борьба за бухло теперь ничего не значила. Пару лет мы приходили в себя, но когда вернулись в дело, это было что-то. Бабки, поднятые на самогоне и канадском виске, мы вложили в новые предприятия. Часть из них легальные. Строительство, рестораны, перевозки, казино. Мы вкладывались во все. Во все, кроме наркоты. К 35-му дела пошли в гору. Денег было много, они текли рекой. У меня были жена и дочь. Сэм управлял клубом Дона. Даже у Поли был кое-какой бизнес. Он не то чтобы был счастлив. Скорее, типа... Доволен. Да. Наверное. И Сальери начинает усиленно думать, как теперь выйти из тени Морелла. Заиметь своих копов, своих политиков. Интересно. Думаешь, Сальери подкупал политиков в 34-м? Возможно. А что? Несколько лет назад полиция нравов взяла судью за растление малолетки. В камере судья здорово разговорился, хотел пойти на сделку со следствием. Признался, что брал взятки от Морелла и от твоего Сальери. Пытался их друг с другом стравить, но... Морелла, узнав об этом, пригрозил заживо закопать его детей на пляже. Господи. Так вот в чем дело. Ты о чем? Морелла часто переходил нам путь, но не доводил дело до настоящей войны. А когда у Сальери появились свои тузы, Морелла начал соображать. И в 35-м врезал по нам изо всех сил.